Продолжаем обучение в телеакадемии. Готовиться к школе гораздо интереснее с любимыми героями Дисней. Нас повсюду окружают цифры. Посмотри вокруг. Они есть на циферблате часов, на монетках и даже на подошве обуви. Цифрами мы записываем числа при счете. Считать можно все, что угодно. Сколько шляп ты видишь на экране? Правильно, одну. Потренируйся писать цифру 1. Начинай линии отсюда и веди их по стрелкам. А сейчас помоги Дональду найти 2 одинаковых носка. А Кларабель полить 3 цветка в горшке. Мини-Маус учится жонглировать. Сколько у нее мячиков? 4. А теперь сосчитай, сколько всего героев пришло в клуб Микки Мауса. 5, 6 или 7? Совершенно верно, 7. Друзья собираются на пикник. Сосчитай, сколько предметов они готовятся положить в корзину. Считаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дональд хочет поймать бабочку. Сосчитай самостоятельно, сколько бабочек летает над поляной. Правильный ответ – 9 бабочек. Минни и Дейзи собирают цветы. Сколько цветов в каждом букете? В каждом букете по 5 цветов, а всего их 10. Интересные задания, новые знания, обучающие упражнения и ваши достижения. Готовимся к школе и смотрим видеоуроки на канале Дисней. Занимательные уроки – не только обучение, но и развлечения.